воедино же от суббот, зело рано, придоше на гробы, носяще же уготоваше ароматы и другие с ними, обретоше же камень отвален от гроба, и вшедше не обретоше телесе Господа Иисуса, и быст недомышляющимся им о сем, и сему же два стаста в них в ризах блещащихся, при страшном же бывшим им и поклоншим лица на землю, рекоста к ним, что ищете живаго с мертвыми, несте сде, но воста, помяните, яко же глагола вам еще сы в Галилее глаголя, яко подобает сыну человеческому предано быть и в руце человек грешник, и пропяту быть, и в третий день воскреснуть, и помянуша глаголы его, и возрахшися от гроба, возвестиша вся сия единого на десяте, и всем прочим, бяша же Магдалина Мария и Иоанна, и Мария Иаковля, и прочая с ними, я же глаголых ука апостолам сия, и явишася пред ними, яко лжа глаголы их и неверовых ухим, Петр же восстав тече ко гробу, и приник, видя, ризы едино лежаща, и отыде, себе дивяся бывшему, и се два от них беста, идуща в той же день весь, от стоящего стади 60 от Иерусалима, еже имя Эммаус, и та беседоваста к себе о всех сих приключившихся, и бысть беседующая Махима и совопрошающая Мася, и сам Иисус приближися, идяша с нима, очи же ею держастися, да его не познаю-то, рече же к нима, что суть словеса сия унижася затеяся к себе идуща, и еста дряхла, отвечав же един ему же имя Клеопа, рече к нему, ты ли един пришлец еси в Иерусалим, и не уведи бывших в нем во дни сия, и рече има ких, он ожареста ему, я же о Иисусе Назарянине, и же бысть муж пророк, силен делом и словом пред Богом и всеми людьми, как о предашу его архиереи, князи наши на осуждение смерти, и распяши его, мы же надеяхомся, яко сей есть хотя избавите Израиля, но и над всеми сими третий сей день има днесь, от нележеся я быша, но и жены некие от нас ужасишены, бывшие рано у гроба, и не обретши телесе его, придоша глаголюще, и явление ангел видевше, и же глаголут его живо, и идоша нецы от нас ко гробу, и опритоша таку, яко же и жены реша, самого же не видеша, и то рече к нима, о несмысленное и костное сердцем, еже веровать во всех, и же глаголыше пророцы, не сияли подобаши пострадати Христу, и вните в славу свою, и начен от Моисея и от всех пророк, сказаши им от всех писаний, я же во нем, и приближишася весь, в нюже и дяста, и той творяшася далечеше идти, и нуждаста его глаголюще, облязи с нама, яко к вечеру есть, и преклонился есть день, и в ниге с нима облещи, и бысть, яко возлеже с нима, и приим хлеб, благослови, и преломив, даяше има, о нема же отверзостися очи, и познаста его, и той невидим бысть има, и рекоста к себе, не сердце ли наю, горя бевнаю, егда глаголыше нам на пути, и яко сказываше нам описания, и восставше в той час возвратистася во Иерусалим, и обретоста совокуплено единого на десяте, и иже бяху с ними, глаголющих, яко воистину воста Господи, и явися Симону, и та поведа стояше быше на пути, и яко познася има в преломлении хлеба, сия же им глаголющим и сам Иисус ста посреди их, и глаголы им «Мир вам!» Убоявшися же и пристрашни бывшие, мняху дух видящие,
и рече им, что смущение есть, и почто помышления входят в сердца ваши, видите руцы мои, нози мои, яко сам ас есть, ося жить имя, и видите, яко дух плоти и кости не гимать, яко же мене видите имуща, и сие рек, показаем руцы и нози, еще же неверующим им от радости и чудящимся речеем, и материчтос нет на зде, они же даши ему рыбы печены часть, и от пчел сот, и в зем пред ними яде, рече же им, сия суть словеса, я же глаголах к вам, еще сы с вами, яко подобает скончатися всем написанным в законе Моисееве, и пророцах, и псалмеха мне». Тогда отверзим ум разуметь и Писания, и речехим, яко так описано есть, и так подобаше пострадать и Христу, и воскреснуть от мертвых в третий день, и проповедатися во имя Его покаянию и отпущению грехов во всех языцах, начинших от Иерусалима. Вы же есть свидетели и сим, и сега послюх обетования Отца Моего навы, вы же сидите во граде Иерусалимсте, донде же обличетеся силою свыше». Изведжи их вон до Вифании, и воздвиг руцы свои, и благослови их, и бысь всегда благословляши их, отступи от них, и возношашися на небо, идти и поклонишися ему, и возвратишися в Иерусалим с радостью великою, и бяху выну в церкви, хваляще и благословяще Бога. Аминь.